Здравствуйте! Это программа «Вопрос эксперту» в студии Элида Сабирова. Элида Сабирова – врач по медико-социальной экспертизе высшей категории, руководитель экспертного состава номер один Федерального казенного учреждения Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан, Минтруда России. Я пропустил сроки переосвидетельствования. Могут ли мне заплатить пенсию за пропущенный срок? Статьей 21 Федерального закона о трудовых пенсиях в Российской Федерации предусмотрена возможность возобновления трудовой пенсии по инвалидности в случае, когда ее выплата была приостановлена из-за неявки инвалида на очередное переосвидетельствование в назначенный ему срок. В соответствии с данным законом, основанием для этого является заключение учреждения медико-социальной экспертизы об уважительной причине пропуска, сделанное в специальной строке выписки из акта освидетельствования, направленной в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. Специального перечня уважительных причин закон не содержит. Уважительность причины определяет Бюро медико-социальной экспертизы в каждом конкретном случае. Это может быть подтвержденный документом нахождения на лечении в стационаре лечебного учреждения, санатории, профилактории. В этих случаях пенсия по инвалидности должна быть выплачена за прошлое время, с момента приостановления, либо с даты, с которой пропуск признан уважительным.